Салют всем! Сегодня мы откроем виниловый сборник группы Deep Purple A Fire in the Sky. Поехали! Deep Purple A Fire in the Sky. Сборник, охватывающий всю карьеру Пёрплов. На обложке у нас, кроме надписи и узора, а также облаков, где, видимо, огонь, ничего не изображено. Наклейка нам говорит то, что внутри нас ожидает три винила, три блина, 180-граммовых как минимум, или heavyweight, как здесь написано. Содержит такие классные вещи, как Smoke on the Water, Highway Star и Perfect Strangers, конечно же. На обратной стороне у нас фотография группы на концерте. Много раз надпись Deep Purple. Трек-лист, причем он довольно внушительный. 27 треков, если я не ошибаюсь. Лейбл Parlophone, компания Warner Music. И причем Warner молодец, собрал все треки со всех лейблов, договорился с Universal и с другими компаниями, к примеру, Ear Music, Adult Germany. И в то же время трек-лист содержит, наверное, все хиты, которые мы все так хорошо знаем от группы Deep Purple. Это тройной Gatefold. Состав альбома, как я уже сказал, три пластинки. Давайте его распечатаем и посмотрим, что там внутри. Вот такой полуглянцевый конверт. Узор у нас осязаемый. Давайте посмотрим на развороты. Конечно же, фотографии группы, как в молодости, так и свежие более фотографии. Здесь у нас текст об этом релизе. Ну и наверняка история группы сама рассказана. Давайте посмотрим, что дальше. Здесь у нас тоже продолжение истории. Причем от Малкольма Дома, датированная 2017 годом, напоминает мелодиевские рассказы о группах. Ну и, конечно же, фотография, причем одна из самых первых группы Deep Purple. Ну и отдается честь и хвала этой группе, ее вклад в хард-рок и хэви-метал. Давайте посмотрим в каждое из отделений. В первом отделении нас ждет такой внутренний черный конверт с полиэтиленом внутри, с пластинкой. 180 грамм, черный цвет, яблоки стилизованные надписью Deep Purple, стороны 1 и 2. Сделано в Евросоюзе. 33 оборота. Второе центральное отделение. Сделано оно вот так вот. По центру, с двух сторон, можно достать пластинку. Также черный внутренний конверт с полиэтиленом внутри и 180-граммовая пластинка черного цвета, 33 оборота, стороны 3 и 4. Пока на весу будешь держать этот конверт, накачаешь все руки. Третья пластинка, черный внутренний конверт, полиэтилен. Черная 180-граммовая пластинка с пятой и шестой стороной, 33 оборота. Спасибо магазину Коллектомания за предоставленные пластинки. Спасибо вам за просмотр этого выпуска «Открываем винил». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь также на страницу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. До следующего выпуска «Открываем винил». Аривуар!